Когда удалишь Легион Премиум? Послушай сюда, сука старая. Будешь выебываться еще раз здесь на девочку, блин, в интернете. Быстренько тебя, ты думаешь, по IP сложно пробить тебя? Легко, быстро. И не я решаю, другие пацаны. На перстнях все, просто думаю, что все можно. Кого-то нахуй послал, что-то еще. Ты Джефф Безос? Тони Монтана? Бля, ты долго это писал, что ли? Я тебе то же самое говорю. Нет, я говорю. Просто анализируй, забери ему, скажи, что он этой хуйней больше не занимался. Чтобы это выучить, я бы. Дебил. Все, Антох, давай я разговариваю. Давай, я разговариваю просто. Привет, меня Влад зовут, я Санкт-Петербурга. Красавчик вообще. А ты откуда? А, с Казани. О, Казань, прикольно, у вас там мечеть красивая стоит. А почему, кстати, такую же большую церковь нельзя построить там? Православную. Ну, есть храм всех лирий. Но он не такой большой, как мечеть. Это мечеть, это не мечеть, это просто Кремль. Такой же, как и у вас. Ну, так называется. Наверное. Я не знаю. В правильном направлении идет. Я головка от хуя, блядь. Хули девочку написал, блядь, разговаривал. Ты уже забыл? Сейчас ты уже движешься по нисходящей. Думай об этом почаще и, возможно, узнаешь, что такое депрессия. С тобой. С тобой. Какой девочке написал?